такое вот оно утро в Лазаревском. Михаил тут с Владимиром помогает девчонкам. Видимо, белье привезли из прачечной. Свежее, чистое, глаженное. И увозят. Вот-вот. Сколько эмоций положительных. Вот такие джентльмены. И только я вот один плакав тут стою и болтаю. Всем доброе утро. Лазаревское. Московское время. 8 часов 44 минуты. Погодка отличная. Море прекрасное. Пойдемте посмотрим на информационный стенд для начала. Я поплавал часик. Вообще так прям хорошо-хорошо. Теплая вода. Ну, возьму информацию с информационного стенда. С собой я не брал сегодня ни термометр, ничего. Сегодня какой? 28, да? Воздух 30, вода 27. Море отличное, теплое. Я в предыдущем ролике сказал, блин, вот полоса препятствий. Вот как пройти к морю? Вот как? Как, блин, вы что, чем вы думаете, люди, блин? Пойду вот так вот. Ну, оставьте узенькую дорожку хотя бы, чтобы два человека разойтись могло. Нифига. Я в предыдущем ролике сказал, что вода матовая, а нет, знаете, у берега, может быть, она слегка и матовая. Чуть-чуть дальше проплыл, вообще хорошо. Ай, только не падать. Я вчера уже уфигачил iPhone. Не заряжается. Видите, какое дно, видно хорошо. Очень теплая, хорошая водичка. Ну, 27, сами понимаете. Хотя кто-то обязательно сейчас скажет, что это холодно. Так, хотел еще организационный вопрос осветить, ребят, касаемо Ютуба. Друзья, ну он, сами понимаете, умирает. Просмотров там крайне мало. Я выкладывать планирую там преимущественно утренние обзоры. Вот как вот этот вот. Утренний обзор будет выходить везде. Даже на Рутубе. Рутуб тоже, блин, сырая платформа. Он мне каждый день выписывает там какие-то неизвестные ошибки. Мы уже над ней работаем. Ни хрена не работает. Каждый день эта неизвестная ошибка у меня высвечивается. Вон, смотрите, какая водичка. Нет, бывало идеальней. Бывало вообще прям прозрачная-прозрачная. Но сегодня тоже неплохо. Тоже неплохо. Так что приходите на море. Купайтесь. Плавайте. Как я. Вон, видите, уже все кольца закрыл. Ну, кроме вот этой. Часов вот этих вот. Которые активности. Как проснулся. 3 часа всего лишь прошло. 65 минут тренировки. Наплавался вдоль. Народ прибывает. Все купаются. Все, я побежал. Утренний короткий. Сами понимаете. Грузить через VPN. Приходите на море. Ну, а я уже побывал, поэтому пойду куда-нибудь дальше еще что-нибудь поснимаю. Наверное. Попозже.